Да, Григорий Михайлович. Я взял почтальона. Да. Взял он. Конечно. О, пистолет, отлично. Вот за это спасибо. Ну ты как, парень? Живой? Живой. Алло, скорая? Вроде живой. Живой. Живой, здоровый. Прям счастье, Гриша. Гриша, как это понимать? Ты ж звонишь мне, говоришь, что вы его взяли. Мне позвонил Алексей. Сказал, что взял почтальона. Я перезвонил вам. Примчался сюда. Дальше вы видите. Вижу. Вижу. Как какой-то невнятный мужичок валит твоих амбалов, как детей малых. Понтов вагона, на выходе тележка с говном. Это форс-мажор. Слушай, Гриша! Мне твоих форс-мажоров уже плевать хочется! Значит так, уволить всех нахрен! Всех заменить! На более опытных! Ты меня понял? Понял. Тебе, кстати, тоже не мешало бы заменить. А так в чем дело? Слушай, Гриша, вот только не надо тут обиженного из себя строить! Скорую вызывали? Это ж надо было такой удар пропустить. Так грохнуть тебя не заметишь. Размяк ты, Воробьев, во всех смыслах размяк. Соображаешь медленно, реакции заторможены. За все сразу хватаешься, а толку ноль. Может, для Вали это и нормально, а для тебя, Воробьев, точно нет. Видимо, раз уж я застрял в этом теле, придется сделать из тебя человека-хорьков. Иначе с Мазуром и его охраной нам с тобой не справиться. Начнем со спорта. Нужно привести это дело в порядок. Дальше. Вера. С ней надо все-таки расстаться, чтобы не отвлекала от дела. Пусть себе найдет кого-нибудь подходящего и живет с ним долго и счастливо. Вот теперь внешний вид. Подойдет? Ну да, конечно. Вот это другое дело. Карьерный рост. Ну, тут все ясно. А теперь о сложном. Я должен найти Мазурова со Светой. И никто мне не помешает это сделать. Ну что, Харьков, давай, не подведи. Скрябин подъехал. Ну, запускай. Давай, запускай. Гриш? Да. Слушай, сходи погуляй, мне поговорить надо. Спасибо. По Красникову. Слушай, мне еще нужны деньги. Пока нет сделки с Развозовым. Юр, а куда больше? Ты и так свою долю заложил. Надеюсь, ты помнишь об этом? Слушай, Миш, ну не скули. Ну вообще скоро перейдем на новый уровень. А что с 2% Светланы? С 2% Светланы все отлично. Лежат, как лежали. Понятно. То есть ничего нового. Почему же нового, Миш? Хоть задницей ешь. Тебе напомнить? За мной идет охота. Непонятно, с какой стороны. За Светланой вон какой-то жирный супермен находится. А вот охрану.
поменял. Знаешь, охрану поменял, а покидать эту берлогу очкую. Продолжать? А у тебя, Мишань, все нормально, спокойно, да? Выигрышная тональность диалога. И противопоставить нечего. А ты попробуй! Юр, я от Развозова. Он хочет встретиться. И получается, Валентин, что все твои последние контракты, это, ну, я не знаю, как бы помягче тебе это сказать, полное фуфло, полное. Да быть такого не может, Федор Иванович, а? Ну, давайте это дело проверять, ну, не может такого быть. Купился, а я пошутил. Да я думаю, ну, ерунда какая-то, ну, так, ну, Федор Иванович, ну. А я чтобы ты расслаблялся, потому что мы с тобой очень хорошо идем. Прямо как на тройке с бубенцами. Твой отдел побил все рекорды продаж. Все! Ну, отдел не мой. Толкачева. Ай, Толкачева. При чем здесь Толкачев? Последние твои контракты, все в десятку. Знаешь, я не первый год в этом деле. Но такие объемы просто. Нет, я помолвился, конечно, и побольше ворочил. А сейчас просто уже, как сказать, возраст не тот. И здоровье не то. На, держи, скоро еще будет. Спасибо. Тебе спасибо. Ну все, Федор Иванович, пойду. Я, подожди, куда ты пойдешь? Мы еще с тобой не закончили. Не-не, Федор Иванович, я бить не буду. Ну. Водишь, будешь, куда ты денешься? Ну, если мы обмывать будем каждую сделку, то собьем с вами, Федор Иванович. Да причем здесь эти наши сделки? У меня совершенно другой повод. Держи. Я хочу поднять этот бокал за тебя, за моего нового коммерческого директора. О как. А старый где? А не было никакого старого. Знаешь, я вот как чувствовал, и это место держал для тебя. Давай, Валь, не подведи чувство, что ты меня не подведешь за тебя. Неожиданно. Хорошо. Я встречусь с Развозовым и поговорю с ним. Со Светланой? Что делать? И со Светланой буду разговаривать. Юра, тут не разговаривать надо. Тебе с Развозовым надо встречаться с полным пакетом документов в клюве. Слушай, что у меня будет в клюве, я сам решу, хорошо? Миш, а давай мы вместе с тобой Свету попробуем продавить. Последний раз. В каком смысле? Ну, в дружеской беседе. Понимаешь, когда я один этот разговор начинаю, у меня как будто аллергия на меня какая-то начинается. А так ты еще не успел достать. Как говорится, на новенького, а? Если я на новенького зайду старую пластинку, я достану ее за секунду. Тут нужно что-то в тактике поменять. Да. Привет. Слушай, ты как насчет свежего мяска, да, с вложенной в него душой, а? Шашлык. А как ты догадалась? Ну, по запаху. А, ну да. В общем, мы с Мишей ждем тебя в беседке. Не меня, а нас. Свет, ну, скормливать шашлык собаке – это кощунство. Для кого-то кощунство, для кого-то традиция. Ладно, накормим твоего волкодава. Чтоб ему икалось потом. Все, ждем. Иду. Да, что-то перестарались мы с вами, господин Харьков, с карьерным ростом. Валюха, это правда? Чего? Так, слушай, вырубай дурака. Ну, это вроде правда. Не, я, конечно, знал, что тебе шеф новую должность подгонит, но чтобы сделать правой рукой. Слушай, а у коммерческого замы бывают? Если что, я готов. Ну, вышли мне свое резюме, я посмотрю. Ах ты, сволочь. Спеца, отвали. Так, я смотрю, не я один на повышение надеюсь, да? Взятка? Ну, почему бы нет? Ну, тогда я за бутылкой.
Ваш кофе, Валентин Владимирович. Спасибо, Мариночка. Сахар без? А как надо? Без. Ну, как чувствовала. Валентин, сиди. Я понимаю, тебе здесь тесно. Посиди с народом, хотя полагается уже давно свой личный, большой, хороший, светлый кабинет. А машина, между прочим, уже служебная есть. Mm. Да. Mm. Я без сахара, что ли? Ужас какой. Водителя нету. Ну ничего, Марин, посмотри, там вот резюме всякие же. Посмотришь, выберешь водителя для Валентина Владимировича. Хорошего, трезвого. Вот и бонусы. Спасибо. Сделаем. Теперь многое станет проще. Спасибо, Эдуард. Да, сиди, да. Пей. Пойду я. Потерпи немножко. Михаил Петрович, здрасте. Здрасте. Мы заждались. Ну вот, я пришла. Ух ты, какая красота. Ну, да. Держи. Ой, да я, наверное, не буду. А что, сухонькая? А я что-то не хочу. Ну, а шашлычок? Обязательно. Пока горяченький. Выглядит очень аппетитно. Да, и вкусные. Так, а это кто пришел? Джеки, хочешь немножко? Ну-ка, будешь? Вот это хватка. Нам бы такое, а? Михаил Петрович, вам ли жаловаться на хватку? Это как сказать? Иногда, Светлана Геннадьевна, хватка слабеет независимо от воли хватающего. Рынок диктует условия, они не всегда комфортные. Это точно. Это вы в общем говорите или о чем-то конкретном? Я о перспективах нашей компании. Все идет к тому, что наши акции будут серьезно падать. Большие доли станут чуть меньше, а вот малые потеряют вес значительно. И что принято делать в подобных ситуациях? Светлана Геннадьевна, мне удалось найти нового клиента по продаже вашей доли дороже, чем мы планировали. Поэтому сейчас самое время воспользоваться этим и как можно быстрее. Ну, это, наверное, очень хорошая новость. К сожалению, в данный момент не очень актуальная для меня. Видите ли, тут с Юрой на осадном положении. Он меня никуда в город не выпускает, чужих он сюда не впускает. Так что мое желание поговорить с моим юристом так и остается желанием. Ой, Свет, у тебя было 1000 возможностей пообщаться с твоим юристом. Ты меня на разговор позвал или на шашлык? Извини. Кушай, пожалуйста. Что мне кажется, новость Михаила, она заслуживает хотя бы... Слушай, у меня просто пропал аппетит. Я, пожалуй, пойду к себе. Светлана, ну что в самом деле? Тут не тактику, Миша. Тут стратегию менять надо. Да-с. Нет, я все-таки скажу, Федор Иванович. Я, конечно, все понять могу, но то, что Харьков коммерческий директор... Нет, ну сегодня вроде не 1 апреля. Я понимаю, что тебя смущает. Что меня смущает? Меня смущает вот это словосочетание. Харьков и директор. Я вообще молчу уже про коммерческий. Я тебя не понимаю. Да я вас не понимаю. Хоть убейте меня, я вас не понимаю. Обычный менеджер, между прочим, заметьте, из моего же отдела, с перепугу провернул 1.5 удачные сделки. И что? Сразу же такое повышение? Только, Максим, не с перепугу, а с хорошо продуманной схемой. Во-вторых, не 1.5 сделки, а гораздо больше. В-третьих, я же прекрасно понимаю, что это ты метил на эту должность. Федор Иванович, я... Метил. Я что, слепой, что ли? Только пока ты тут помечал свою территорию в своем отделе, Харьков он выдавал высший пилотаж и продолжает выдавать. То есть то, что Валенок чуть не покончил с собой, вас это абсолютно не смущает, да? Абсолютно нет, потому что я человек старой закалки. И для меня кадры продолжают решать все. И все, больше не приставай ко мне с этим вопросом дурацким. Вы совершаете большую ошибку. Смотри, как бы ты не совершил большую я ошибку. Совершу. Последнее тебе предупреждение. И когда я перекусываю, больше не приходи. Хорошо. Это резюме водителей. Вам нужно выбрать. Что-то еще? Валентин Владимирович, вот верхнее резюме – это моего брата.
У него сейчас нет работы. Я могу вас попросить? Услышал. Спасибо. Мариш, я просто сказал, что услышал. Так что спасибо, пока возвращаю. Да, конечно. Так, не возьму ее брата, наживу Харькову врага. Понятно. Так, Дмитрий Ильин, стаж вождения 3 года. Извини, Мариш, брат твой мимо. Дальше. Слепых Никита Андреевич. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Демский Валерий Павлович, стаж вождения 35 лет. Ну, запомни. Следующий. О. Славка. А вот за это спасибо. Лучше не найти. Ну и где вы, Светлана Геннадьевна Шевардина? Это... Простите, вы здесь живете? Да. Я здесь живу, квартира 65. Вот. А вы не знаете, где ваша соседка вот из этой квартиры, Светлана? Светлана? Ее так зовут? Знать теперь. А ты вообще тут без понятия, кто тут рядом. Давайте познакомимся. Майор Исаев, уголовный розыск. Ну, вопросов нет. У меня к вам вопрос. Когда вы видели вашу соседку в последний раз? Светлана? У меня 2 недели не было. Вы уезжали куда-то? Да. Нет. Пил. Понятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, скажите, а вы здесь живете? Здесь. Тогда вы, наверное, знаете Светлану Шевардину. У нее тоже собака. Джек, конечно, знаю. А что случилось? Да ничего особенного, просто мы с ней договаривались по поводу увязки, а она вдруг куда-то пропала. На звонки не отвечает. Сейчас зашел, ее нет. Так она съехала отсюда. Как съехала? Как ее квартиру ограбили, так она и съехала. Квартиру ограбили? Когда? Я так точно не помню. Недавно. Это, конечно, все ужасно. Среди бела дня, куда только милиция смотрит. Уже и в полицию переименовали, а все бесполезно. Да, и не говорите. Спасибо. До свидания. Машина Скрябина стоит, а Мазурова нет. Может, уехал, а может, вообще не приезжал. Залег на дно и светлячка с собой взял. Ах ты. А вот и Миша. Ну что, проследим за ним? Или тут Юру подождать? Лучше проследить. Рано или поздно Скрябин должен привести меня к Мазурову. Выезд на шоссе. Ну, как я и думал, за город едет. Приехали, не догоню. И теперь, ну почему именно меня, не Скрябина, он тормознул? Отходим, отходим, отходим. Оформление ДТП. Отходим, не стал. А так все хорошо складывалось. Ну как же ты, парень, так неаккуратно, такой молодой.
Ты чё? Это я. Сочувствую. Помогите, пожалуйста. Все так быстро произошло, что я ничего не понял. Понимаете, у меня дома маленький ребенок, жена на работе. Я выбежал за молоком на минуту. Там на плите кастрюля кипит. Вода скоро выкипит. Плита старая. Газ. Помогите, пожалуйста. Умоляю. Я живу на Сергеевской, 7. Вход со двора. 5-й этаж, 48-я. Ключи! Там в сумке ключи! Пожалуйста! Господин, вы чё тут? Вот сумка здесь. Она ему больше не понадобится. Забывай. Отнеси в труповозку. Всю отходим, молодой человек, положи. Жить скорее. У вас ребенок один дома. Ну вот, парень. Считай, что у тебя еще один день рождения. Хотя лучше ничего не считай. Живи счастливо, малыш. Я сразу хочу извиниться. Времени у меня не очень много, так что... Понимаем, не любит наш народ с органами общаться. Ну так, поводы не очень приятные. Так а не мы же эти поводы придумывали. Согласен. Юрий Викторович, хочу вас спросить про Светлану Шевердину. Не знаете, где ее найти, а то дома ее нет. Судя по всему, Светлана решила побыть одна. И, если честно, не хочется ей в этом мешать. Ну, сами понимаете, такое горе. А вы знаете, что ее квартиру вскрыли? Ну, разумеется. Странно. Что странно? Ну, например, что она в полицию не обращалась. Да, действительно, не обращалась. Я, кстати, настаивал, но она не захотела. Как вы сказали, не любит у нас народ с органами общаться. Из квартиры что-то пропало? Насколько мне известно, нет. Наверное, вспугнули налетчиков, не успели. Понятно. Ну что ж, спасибо вам. Это все? Так же, вы же сами сказали, что у вас времени немного. А я сейчас пытаюсь восстановить доверие к органам. Ну да, только боюсь, в одиночку у вас не получится. Надо, знаете, всей страной. От участкового до генерала. Да, тут вы правы. Кстати, на бизнес это тоже распространяется. Так что всем дружно, из тени. От менеджера до банкира. А? Всего доброго. До свидания. Слава. Святослав. Ух ты, официально. Валентин Владимирович. Харьков. Очень приятно. Ну что, до меня кого возил? Да, бизнесмена одного. Да? Что за бизнесмен? Да. Нормальный бизнесмен. А что ж тогда расстались? Так он самое за границу переехал жить. Угу. Это логично. Ну, в некотором смысле ты, конечно, прав. Только что это вдруг врать ты решил? Извините, мне кажется, что я откуда-то вас знаю. Не могу вспомнить, где мы встречались. Да перестань мозг сканировать. Не знаешь ты меня. Я нигде не видел.
извините, Валентин Владимирович, жена звонит. То есть звонит. Да ничего. Мне звонит даже больше нравится. Алло, я это, перезвоню. Ну ладно, говорю будешь. Да, успей. А ведь ты меня даже подбешил правильностью своей, принципиальностью. Ни тебе выпить, ни тебе загулять. Может, скрывал что? Что-то не так? Не подхожу? Да нет. Все так. Подходишь? На, держи ключи. Пошли агрегат покажу. Ага. О, Валь. Привет. Фольксваген 996. Ага. Привет. Привет. Валь, я соскучилась. Может, встретимся сегодня вечером? Я тоже соскучился. Ну, вечером завал. Слушай, у тебя уже месяц завал. Нет, ну, давай, может, сегодня у мамы встретимся, я из больницы забираю. Я не хочу встречаться у мамы, Валя. У нас этого уже месяц не было, понимаешь? Сын, ну, слушай, тут люди везде, ну, где там, что ты? Валя, я не понимаю. Ты меня избегаешь, да? Скажи, ты меня избегаешь? Мне нужно было раньше тебе сказать, я просто... В общем, я не лучший вариант для тебя. Что? Как? Валя, я не понимаю. Я не понимаю, Валя. Вер, ну... Просто как мужчина больше не работает. И это все? Никуда же больше. Ну ничего. Миллион людей живут и так. Все, Валя. Я тебя люблю и такого. Вечером поедем с тобой маму забирать. Все, созвонимся. Господи. Да. Ради такой женщины стоит меняться. Угу. У вас все? Нет, не все. Вопрос есть. Да. Брата сложно было водителем взять? А, нет, не сложно. Невозможно. Эти 2% скоро будут мои, так что никаких проблем больше не будет. Чего? А, я говорю, контрольный пакет скоро будет принадлежать мне, и все будет нормально, правда? Я не понимаю, почему я должен тратить столько времени на ваш вонючий бизнес. Договорились об одном, а ты мне теперь другой задвигаешь. В нашем бизнесе заднюю передачу не включают. Ну, я же не отказываюсь. Ты тянешь. А для меня это еще хуже. Эдуард Александрович, что мы с вами разговариваем как враги? А кто ты, меня друг, что ли? Ну, лично я хотел бы быть вашим другом. Нет, спасибо. Чего? Твоих друзей потом обугленными замкадами в машинах находят. Короче, даю тебе одну неделю. Разберись с этим вопросом, иначе я сам с тобой барбекю сделаю, понял? После вскрытия яд обнаружить невозможно. Органика убивает все следы. Отсюда и цена. Это хорошо. Ну, оплату вы принимаете или может мне деньги на кассу отнести, раз все легально? Ну, если вы не будете кредиткой расплачиваться, я приму. Обращайтесь.
Мы, кстати, не только химию предлагаем. Грибочки есть веселые. Вас бы отлично поправило. Да нет, спасибо. Света! Одну секундочку. Свет! Юра, почему ты так врываешься? Извини, Свет, мне просто поговорить надо с тобой. Ты не... Пускай Джек погуляет, а? Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, сейчас. Джеки, иди, малыш. Иди, малыш, погуляй. Иди, погуляй. Спасибо. Присядь, пожалуйста. Что случилось? Присядь. Держи. Подпиши вот здесь вот. Что это? Ты просто подпиши вот здесь и все. Юра, ты уверен, что со мной можно разговаривать таким тоном? А ты не слышала, каким тоном со мной разговаривать? Не слышала, нет? Очень жаль. Послушай. Нет, Свет, подожди, это ты послушай. Ты понимаешь, что из-за тебя меня скоро на счетчик поставят, ты понимаешь это? Чего ты выпендриваешься, а? Ну объясни мне, чего, ну, чего ты вцепилась в эти 2%, ну? Тебе что, Сереги мало? Ты хочешь, чтобы меня грохнули, тогда тебе легче станет, да? Что ты говоришь? Юра дело говорит! Говорит и делает! А ему мешает. И кто мешает? Жена лучшего друга, ну! Юра, я не понимаю. Подожди. Что Свет, ты просто подпиши, и все спокойно выдохнут. Ну, подпиши, светлячок, ну! Не надо со мной так разговаривать, Свети. Не смей меня так называть! Светик, подожди ты, да подожди же ты, ну! Юра! Что я тебе сказал? Я тебе сказал, меня. Ты это подписывай! Я тебе сказал, трогай подпиши! Трогай меня, мне больно, Юра! Подпиши, я тебе сказал! Мне больно! Тихо, Свет. Свет, прости, я просто не знаю, что на меня нашло. Свет! Что? Светик, синий Светик. Не хочешь по-хорошему? Видит Бог, я этого не хотел. Валя, ты молодец, да, Маргарита Степановна? Слава. Хорошо. Багажник открой. Мам, вы куда пошли? Чё? Вот машина. Валь, если бы я знал, что на машину будешь тратиться, я бы лучше сама домой доехала. Чё лень было мою сумку до автобусной остановки донести? Машина служебная. Это мой водитель. Фирма чё? Оплачивает. Странно, а мне ты сказала, что одолжил машину у приятеля? Еще не привык. Ой, осторожно, там настолько колен было. Возьми лучше сумку. Отдай. Давайте. Мам, познакомься. Это Слава. Это Маргарита Степановна. Очень приятно, Слава. Слава, это Вячеслав. Мам, Слава, это Святослав. Хорошее имя. Спасибо. Ну, пойдем, Маша. Садись. Все аккуратно там. Слава мне понравился. Из хорошей семьи. Не блатной. Так, это апельсины. Так, ананас. Ты куда пакет? Это же не одноразовый. Ты что? Господи, на какие шиши ты все это купил? Я ведь выбирал самое дорогое. Как не родной стал, ей-богу. Двадцать три дня. Да мне 5 дней хватило бы, если бы не пришлось из Харькова человека делать. Ты можешь мне объяснить, что с тобой? Есть вещи, мама, которые вам лучше точно не знать. Потому что если я вам расскажу, что со мной, то за последствия я не ручаюсь.
Мам, слушай, ты как будто не рада, а? Нет, я рада только... Чего? Ну, что там? Красный Крест помогает. Откуда эти пакеты? Мам, ну откуда? Это из магазина. Это с рынка. Да нет, я имею в виду... Деньги откуда? Твой сын получил премию. Да? Да что ты? Да. Да ты же мне никогда ничего не покупал. И премии раньше не получал. Мам, ну вот, ну, другое дело. Ну что, картошечки пожарим? Вот, держи. Чтобы я тебе сняла ошейник. Давай. Сидите. Ну что, остались мы с тобой вдвоем, да? Только ты и я. Теперь нам придется с тобой думать. Как нам теперь жить? Да, Джек? Ну, ничего. Ничего. Алло, Томочка, здравствуй, моя хорошая. Ты еще не улетела в Америку? Да, я просто хотела попросить тебя, можно ли я поживу у тебя, пока ты там будешь? Нет, ничего не случилось, просто, понимаешь, мне нужно побыть одной, так, чтобы никто не доставал. Спасибо тебе. Нет, Джек, конечно же, обязательно, конечно, со мной. Да, только я боюсь, что не успею завтра с утра забрать ключи. Как ты мне их сможешь передать? Прекрасно. Хорошо. Давай так и сделаем. Спасибо тебе огромное. Да, только дома, дома. Никому не говори, что я живу у тебя. Хорошо? Это очень важно. Спасибо тебе огромное. Всего успехов. Пока. Валентин Владимирович, вот, пожалуйста, Валентин Владимирович, вот, Валентин Владимирович, если не замом, то хотя бы секретарем возьмите меня к себе, пожалуйста. Буду вам кофе носить, документы на подпись подавать. Хорошо, подумаю. Дайте контору порулить, Валентин Владимирович. Пожалуйста. Давай, рули. Рули, рули. Ты чё, ну? Да, Федор Иванович? Да, конечно, все как договаривались. Угу. Не-не, все будет в лучшем виде. Да? Есть, добро. Чё, Слав? Валентин Владимирович, я понимаю, что в первые дни работы так не делается, но... Чё случилось? Мне завтра с утра нужно в одно место сгонять. Слав, хорош меблить. Давай по делу. Меня к следователю вызывают. А, следователь. Ну, творил, что ли, что? Да нет. Это по поводу бывшей работы. Так. В общем, я вам наврал.
про то, что бывший шеф за границу уехал. Его убили. То, что наврал, ты это я понял. Вопрос, с какой целью? Угу. Честный, принципиальный. В прошлой жизни остался? Аж кофе вылетел, Владимир. Темнишь ты чё-то, Слава. Или я уже параноиком стал? И за что его убили? Да хрен его знает. Вот такой вот мужик был. Вы понимаете, мы с ним как... ну, как друзья. Дорогу он сроду никому не переходил. Врагов я в упор не видел. Охраны у него тоже никогда не было. И на тебе такое. Ну, печально, конечно. Ну, в прошлом. Ладно, что, завтра сам покатаешь? После ментовки сразу ко мне. Да? Спасибо, Валентин Иванович. Стой, подожди. Сегодня ты мне еще нужен. Так, я же тебе списочки набросаю. Сгоняй в аптеку. Мне мой шеф тоже такие списки писал. Ну, спасибо, что напомнил. А то, увидев мой почерк, и ты бы паранойю заработал. Вот видишь? На, пиши. Я не хотел тебя напугать. Я просто пришел и... Чего тебе надо? Я хочу извиниться. Уходи. Свет. Прости меня, пожалуйста. Мне правда очень стыдно. Это просто все нервы. Ну, ты пойми, сначала этот киллер, потом нападение на охранника в твоей квартире. Ну, я же все... Я хочу достучаться от тебя. Я все, что делаю, я делаю ради тебя. Ну, ты скажи, если что не так. Юр, все так. Ты тоже меня прости, пожалуйста. Я была не права. Правда. Извини. Юр, ты знаешь, мне так хочется подышать свежим воздухом. Можно? Ну, конечно. Свет, Свет, а? Спасибо тебе. Пять косарей коту под хвост.
прощения, по-моему, вот там что-то горит. Что там? Надо скорее. Можно? Да кто ж тебя запретит? Я тут подумал. И давно это с тобой? Что? Давно ты думать начал. А то все больше на интуиции, да нахрапом. Ну, недавно, но успехи делаю. Ну, давай, поделись своими успехами. Этого их нам сейчас очень не хватает. Я проследил траекторию движения нашего карабина, начиная с момента его производства. Ну и как эта траектория выглядит? Начинается она на заводе изготовителя и заканчивается при транспортировке на фирму, занимающуюся реализацией. Вы помните дело о пропаже грузовика, который перевозил охотничьи товары по пути в Питер? Ну, кое-что припоминаю. Вот, из этой партии наш ствол. Представляете, сплыл на нашем чердаке в Москве. Ну и что нам это дает? Ну как это что дает? Если мы выйдем на того, кто его продал, потом выйдем на того, кто его купил, потом можем накрыть всю эту сеть от заказчиков до исполнителей. Так, стоп. Давай, Паша, пока ты губу не раскатал на всю оружейную мафию страны, передай эти данные в центральную базу. А зачем? Затем, что там наверняка есть группа, которая ведет дело о пропаже охотничьего грузовика. Вот пусть они эту цепь разматывают. А мы? А мы воспользуемся их результатами. Паша, нам есть чем заняться и без этого. Что у нас с Шевардиной? А? Выяснил что-нибудь? Где она? Как? Я пробил аэропорты, вокзалы, на фамилию Шевардина в ближайшую неделю никто не брал билетов. А зачем ты пробил аэропорты и вокзалы? Как зачем? Мы же ее ищем. Ищем. Но заметь, она еще не в розыске. Ты бы еще в Интерпол заявил. Юрий Владимирович. Да ну тебя, Паша! Мы в этом деле на первый вопрос ответить не можем, а ты уже с десятым играешься. А какой первый вопрос? Кто убил Сергея Воробьева? Думать он начал. Мыслитель. Ну вот, Джек, здесь мы с тобой будем жить, в этом доме. Тебе понравится. Квартира у Тамарки классная. Джек, вот что ты мне все время тянешь? Скажи мне. Вот я иду, беременная женщина, с животом. Ну, наконец! Sitting on the top of the world, I can't remember how it was before.